Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Событие началось, а что за событие, можно глянуть мне? Доминирование. 0 кубков у меня здесь. Так, зимняя война, уровень 5, ну это все понятно. Ну, я, наверное, начну по традиции с заданий. Так, победите боссов, а точнее 3 в режиме выживания или приключения. 3 боссов. Допустим. Башня. Стоит мне вообще эту башню что-то с ней делать? Не знаю, ребят. Феникс прокачать. Жнец. Атлас надо прокачивать. Естественно, ребята. Тут ни о чем другом даже говорить не стоит. Так, мы поставим с тобой обратно. Или у нас стоит? Дрон, по-моему, стоит. Так, не сейчас. Значит так. Задание у нас. Боссов выиграйте матч в режиме 2-2. Сыграть 4 игры танком Кобра. Используйте усилитель мина в матче. Так, значит, возьмем с тобой мину. Сундук, может быть, попробуем открыть бесплатный. Надеюсь, у нас все пройдет на высшем уровне. Угу. Зарабатываем с тобой сундучок. Так, 15 монет. Получить в 2 раза больше наград. Нет, спасибо большое, это у вас донат. Я прекрасно знаю. Ну и первую наградушку мы с тобой получаем. Так, 100 монет плюс звездочек 10 штук. Дальше. Выиграйте матч 2-2. Так, Кобра. Мы можем сразу сделать с тобой несколько. Сыграть Коброй в режиме 2-2, используя при этом мины. Попробуем. Так, выбор. Где у нас там выбор заданий-то? А, вот здесь вот. Значит, 2-2. Берем с тобой Кобру. Берем с тобой мины, которые у меня закрыты, твою налево. Ну как так-то? Мины закрыты, представляешь? Возьму, наверное, защиту. Нет, возьму вот это, наверное. Блин, ну почему? Мины закрыты. А у кого тогда открыты? Давай посмотрим, у кого открыты у нас мины. Слушай, у нас же, по-моему, мины открыты вот здесь. Точно. Но если я возьму сюда, например, мины. Где-нибудь какое-нибудь задание у нас есть, чтобы... Да иди ты. Так, например, нам нужно с тобой победить 3 боссов в режиме выживания или приключения. В приключения я, например, пойду. Возьмем с тобой мины. И оживление нужно будет сделать. Да, мы можем сразу 3 задания сделать. Значит, в режиме приключения, да? А режим приключения это вот у нас. 3 боссов нужно убить. Плюс мины. Поехали. Плюс, не забывай, один раз нужно оживиться. Ну и где там бусурманы? Я что-то их не вижу. Вот он. Нормально. А где очередные-то? А, в мясо. Тихо, 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 парнишка. Дребезги его. На камину. Езжайте сюда, ребят. Да ладно, он еще и выжил. Он еще и выжил. Так, иди сюда, партизан. Да почему одна ракета попадает, остальные куда-то летят? Фиг знает куда, ребят. В небеса, в поднебесную, ё-моё. Идем тихонечко, прокрадываемся. Так, мы еще даже половину врагов не уничтожили. Вижу. А, минус. Так, погоди, погоди секундочку. На тебе подарочек от меня. Так, ровно половина, да? Здесь должны быть буржуи. Что-то пока не замечаю я их. Хм, вот он явился. Хлопчик. Танк в дребезге. Там сразу 2 аж. Молодцы-то какие. Почему-то ракета одна просто пролетела мимо. Как же меня это напрягает-то, а? Когда он просто не может элементарно попасть.
Все, по ходу дела, друзья, последний остается где-то танк. И мы с вами уже выйдем на босса. Ага, кто босяцкий? Армада. А, легион, елки-палки. Легион. Я стою на месте, я не боюсь. Он еще и выжил. Ну, это было временно. Временно, друзья мои. Конечно же, мы с вами прошли. Но это только один босс. Комплект облик. Набор космонавта. Это, конечно, все хорошо, но... Как по мне, ребята, я не думаю, что стоит покупать комплект шмоток за 1000 с лишним. Ну, это лично мое мнение, не знаю, ребят. Может быть, кто-то там прям фанат до мозга костей игры и, конечно же, хочет иметь вот эти все себе облики. Тот, пожалуйста, пускай покупает. Но что-то мне подсказывает, что не каждый ребенок, а я думаю, что, наверное... Хотя, кого я обманываю? Какой ребенок, ребят? Взрослые тоже иногда хотят поиграть вот в такие игры. Просто по фану, понимаешь? Просто по фану. Это же прикольно, прикольно. Много времени не нужно для этого, да? Зашел, сыграл партийку другую. Отвел, так сказать, душу. И все, и продолжает заниматься делами. Это же тебе не компьютерная игра, где нужно подготавливаться, фиг там знает, что делать. Тратить уйму времени. А тут буквально за 15 минут можно пару боев сыграть. Что-то летит, я слышу. Или едет? Едет. Точнее, ехала. Как ты меня бесишь, а, ракета? Что ты вот, вот постоянно, ты куда-то в землю. Куда угодно, в землю. Слушай, нам надо будет потом на последнем поединке как-то с тобой погибнуть, причем целенаправленно. И воскреснуть. Чтобы выполнить задание. Да я даже пойду на прополую, чё бояться тут должен у всех, да? Хлопчик готов. Сейчас посмотрим, что за босс. Может быть, на нем нам будет выгоднее даже погибнуть. Последний враг. Кто там босс? А это у нас армада. Ну, армаду я запинаю. Причем в легкую. Готов. Чутка не хватает нам до двух звездочек. Зато сундук наш. Так, откроем. И заберем с собой. Ну, в принципе, неплохо. Мне нужны кристаллы. Ну что, пойдем еще в режим выживания. Последний поединок. Отыграем с тобой мины. И нам нужно будет рисануться. Фига тут. Истребители. Надо подбить их. Так, этого в мясо. Так, мину я отыгрываю. Да куда ты? Ты гляди-ка, а, что делает? Да ну! Прикинь, даже... Ни одна ракета в него не прыгнула. Вот, все. Это называется тепловые ракеты, да? Которые летят куда угодно. По своей траектории, только не на врага. А я ничего не боюсь. Я все равно иду на пролом. Мне нужно погибнуть и ожить. Опять с своими ракетами здесь. Я подожду тебя здесь. Что-то он не летит обратно. Так, это ты? Или не ты? Самолет. Так, легион в минус. Ну где? Истребители.
Истребители как раз летят только тогда, когда, ребята, я наклоняюсь вниз. То есть как только мой робот начинает идти вниз. Так, подполковника я получил. Готов. Так, ты сейчас вернешься обратно, я ведь знаю. Подбили. Ну кто там босяцкий, давай посмотрим. Вот, вот здесь можно, кстати, проиграть, ребята. Бомбардир. Я даже двигаться не буду, пускай он нас уничтожит. Пойду еще специально пособираю все эти бомбы. Какой ты медлительный, давай. Так, так. Слушай, он, наверное, будет до посинения меня здесь бомбить. Слушай, да. Угу. Сколько тебе таких еще заходов нужно? 5-6? Чтоб меня тут распетрушить. Ну да, не меньше. Давай еще пару заходиков, и возможно, ты меня победишь. Есть. Бесплатно, конечно. Ну, лети сюда, сейчас мы будем тебе втыкать. Босс. Так, ну что, половину... Да хорош ты. Половину здоровья мы у него уже отняли. Еще залпик. И хорош. Вот об этом я тебе и говорил. Подполковник. А сундучок не дали. Но зато, как видишь, три задания. То, что я и говорил. Забираем. Так. Опа, на Атлас. Надеюсь, может прокачаться. И нам нужно сыграть с тобой что? Сыграй 4 игры танком Кобра и выиграть 2 на 2. То есть берем с тобой Кобру. Так, подожди, я сейчас проверю. Да, Атлас можно прокачать. Или нет? Я так и не понял, можно прокачать или нет? Наверное, нет. Ну ладно, я возьму Кобру в любом случае. Как я вот будем сейчас мы выигрывать с тобой Коброй 4 битвы? Честно говоря, я ума не приложу. Но нужно сыграть в режиме 2 на 2. Поехали. Сыграть в режиме 2 на 2 и плюс при этом еще выиграть. Ну, мне хотя бы дали чувачка, который более-менее. Танк, естественно, у меня непослушный. Оу, щит. Кто-то там на ремонте, ребята. Иди сюда. Ну, опять же, благодаря нашему бразильцу он нам помог. Так, это был первый поединок. Нам нужно второй. Второй поединок и при всем при этом еще и выиграть. А точнее сыграть 4 боя именно на Кобре. Давай так сделаем. Чего там происходит, что? Ага, защиту. Что ты делаешь? Куда ты стреляешь, дурачок ты местного разлива? Вот, вот здесь вот нужно, ребята, стоять. Это там с пилой. Да мы его ушатаем сейчас. Давай, давай, подъезжай сюда. Готов. Достается, он думает, что ему повезет там. Нет, мы до него дотянулись. Чуть-чуть не хватает нам одной звездочки, буквально, чтобы получить ящик. Ну что, получаем здесь. Угу. Так, ребята, как раз нам не хватает 20 звезд до ящика. В общем, еще две игры. Ух ты, здесь будет хороший ящик, между прочим. Две игры нам нужно с тобой еще сыграть на Кобре, чтобы получить награду.
У нас, короче, танки, кстати, с противником практически одинаковые. Ай-яй-яй. Нифига мой это... Танк-то куда мой так раскурочил-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, защита. Защита. Че, мне крышка, да? Этот мелкий-то куда тут лезет? Да ладно. Прикинь. Вот так вот мы делаем дела, ребят. Просто разносим врага. Он что-то там стоял, тупил, я не знаю, что произошло, но он ничего не сделал. Так, и мы с тобой открываем вот такой вот хороший сундук. Опа, опа, опачки. Даже дрон могу прокачать, ты серьезно? Не верю своим глазам. Ну-ка. Ну, подожди, вроде бы как набрал я достаточное количество, но не могу. Ладно, у нас есть там танки, которые можно прокачать, например, Джокера. Да-да-да, ребят, я буду прокачивать. Так, это ускорение, ускоренный, по-моему, боезапас, да, обновляется. А, Титан. Ну, слушай, нормально. У него только ремкомплект, к сожалению. Так, что у нас еще там за танки? Нет-нет-нет-нет, я имею в виду танки, которые... Во! Офигеть, деньги! Как вода, просто... И улетели. Так, ну мне нужна кобра. Мне нужно отыграть еще один поединок. Поехали! Оу, Бомбит и Фантастик. Против Моррисона и Найтш... Кто там? Неважно. Так, у тебя тоже кобра, что ли? Ты взял пилу? Давай так сделаем. А как он... Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Зачем же мы назад-то пошли? Давай распишем. Эх, по ходу дела тут сфейлимся мы. Кто там сгорел, взлетел? Давай, иди сюда. На. А подожди. Сохранить. Подожди, я не понял, а как? Вот этот, что ли, меня подбил? Издалека. Наверное, да, ребята, скорее всего, он. Так, ну что, мы с тобой получаем награды. Не особо хорошие, но зато все ежедневки выполнили. Ну, а теперь что можно сделать? Командир. Че, пойдем сыграем с тобой? А можно я поменяю танк? Так, а жнец прокачаться хочет или нет? Вау. Хотел бы, конечно, да? Но денег не хватает, я понял. Дайте мне мой танк, вот этот. Я хочу, ребята, клана открыть, а у меня не хватает кристаллов. Понимаешь, вот это вот обидно. Обидно до слез, дорогой, я тебе говорю, серьезно. Опа. Ну что, начнем? С обычных танков. Да ну, хорош, завязывай давай, парень. Мои танки вас сейчас тут просто покрушат на винегрет. Смотри, что вытворяет. Красавцы? Конечно, красавцы, ребят. Деньги нужны, монетки нужны, сундучки нужны. Все это нужно, и поэтому зарабатываем. Поехали. У нас, кстати, всего лишь 76 звездочек. Самир против Моррисона. Слушай, а тут карта такая ровненькая. Ты посмотри. Не знаю, зачем я этого конфетника взял. Ума не приложу. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем я опять-то его взял-то? Скажи мне на милость. Хотя здесь он даже неплохо рулит. Смотри, что происходит. А если я возьму вот этого? Все, без шансов. Просто победа.
Быстро мы тут расколбасили. 60 монет в копилочку к нам идет. Плюс сундучок на открытие. Давай, 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 не жмись. Так, смотрим. Опа, самоцветы выпали, монетки. Продолжаем, друзья мои. Кто там Хитайна? Хитойна? Хентай, короче. Поехали. Хитанг. Хитанг какой-то. В землю постреляй, правильно. Давай хоть посмотрим, что это за танк. Ну тут, конечно, ребят, вообще просто американцы ушатали. Без шансов. Вот, 150 монет — это хорошая награда. Поэтому стоит, ребята, здесь сделать акцентик. 89. Сколько нам вообще дают с тобой звезд за один удачный... Нуб. Вот-вот, нуб. За один удачный прохождение вот боя. Я вот не обращал внимания. Так, давай тяжа вызовем. Огнеметчика, чтобы прикрывал, если что. Мои прям как умные, смотри-ка, отходят. Все как по уставу. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Это что ж тут вытворяют-то они, посмотри. Огнеметчик, ты заколебал. Вот этот вот бесявый поливает просто издалека своими ракетами. Все, ему не жить. Кто это у нас были? Турки, не турки, я не знаю, ребята. Похоже на турков. Но не хватает там полумесяца, да? Для точного изображения флага. 96. То есть где-то десятку мы с тобой получаем, да? 10 звездочек. Ну что, Моррисон, не подведи меня, пожалуйста. Так, у нас тяжа нету с тобой. Это плохо. Это плохо, друзья мои. Давай, наверное, возьмем этого. Ну, шмаляй туда вдаль прям. О. Давай сделаем вот так. Вообще без шансов. Кстати, это наш земляк. Первый лейтенант. Мальчик молодой. А главное, что 150 монет в копилочку. Мне бы, конечно, хотелось бы получить гемов. Очень много гемов. Потому что я хочу открыть свой собственный клан. Ну-ка, что нам тут выпадет? Все бы хорошо, но мне нужны гемы. Поехали еще. Плеер. Ну, это какой-то новичок, раз даже не назвался. А может быть, не успел. А может быть, это бот. Друзья мои, напишите, здесь боты играют или реальные бойцы? Мне вот почему-то хочется узнать. Ну, кобра здесь хорош. Кобра, извини меня, прокачан до 12 уровня. Сам видишь, что он тут вытворяет. На! Ну, я тебе говорил, что это нуб. Опа, сундук. Золотой и обычный. А как-то так, и обычный, и золотой. Не понял я немножко. Ты кто такой? Что за чумазый какой-то чувак? Опять кобра. Опять у нас кобра. Подожди, это же не кобра, да, друзья? Кобра вот. Ну давай, 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 давай. В мясо их всех. Смотри, как у них здоровье у базы улетает. Все, все. Даже пикнуть не успели. Слушай, смотри, тут и один сундук почему-то идет. Еще один. То есть два разных задания, что ли? Две разные награды, не пойму. Так, ну это маленький, понятно, сундучок. Такой легенький. Ну, а, золотой вот где у нас получается, да?
зима. Нам не привыкать. Нам, друзья, не привыкать. Зима или еще что-нибудь. Как он быстро едет, а? Ты посмотри. Такой мимо снарядов. А, по барабану нам найти, да, снаряды. Так, этого надо тоже, ребят, наверное, приструнить. Издалека, который бомбашит. Все. Разворотили базу. Получаем капитана. Что-то до сундука еще многовато нам. Что-то не могу понять. И там сундук, и здесь какой-то сундук. Вообще потерялся в этих наградах, если честно. Ну, получить я их все обязательно получу. Так, надо сегодня, знаешь, во что еще, наверное, поиграть? В Герон Танк. Давно мы не были там. Такс. Ну, мы попадаем. Еще довольно успешно. Ай. Куда ж ты сунулся-то? Зачем ты туда сунулся? Огнемет это, конечно, плохо. Ты посмотри, что огнемет делает в ближнем, ребята, в бою. Просто зажаривает. Давай еще одну такую штуку достанем. Просто будем запуливать их. Просто будем запуливать. Против огнемета я что-то вообще ничего не могу сделать, прикинь. Просто у меня ничего не получается против него. Давай вот этого позовем. Может, как-то поменяет исход войны. Войны. Ну, битвы. Чё-то тут их дофига, друзья. От слова дофигища их тут. Смотри, что творит. Упс. Вот это да, вот это меня тут размазали. А, так у него, смотри, какие танки, ребят. У меня таких нету. Не сохранять. У меня таких нету. Просто прожал. Тезка, что ли? Ну, погнали. У него, наверное, были вот эти вот прокачанные, поэтому он их и выставлял там по большей части, да? Танк, как всегда, начинает тупить. Давай вот это вот позовем. Ух ты, смотри, что творит. На тебе там. Вообще ничего сделать не... Че мои танки тупят-то так жестко-то? Я не понимаю вот этого. Ну... И как стоящих просто делают тут, и все, ребят. Ну, ну хоть, хоть что-то, хоть какой-то прогресс уже пошел. Давай, 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 прожимай, прожимай этих супостатов. А у нас здоровье отнято побольше, да? Да, побольше. Так, ну, сейчас вроде бы... Да, хотел сказать, положение дела изменится. Нифига не изменилось. Нифига не изменилось. Ты смотри, он просто заливает своими этими снарядами по нам. И я ничего не могу сделать. Ну куда вы прете-то, танки? Ну, господи, ну... Смотри, что вытворяет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же я ненавижу, когда мы на пригорке стоим, почему-то они по нам попадают, а мы по ним попасть не можем. Все, базе хана. Естественно, я ничего не буду делать. Спинале... Кто там спинале... Бомж? Спинали бомж? Ну,
Ну, поехали. Так, огнеметчик, вызови. Этот танк, конечно, немножко меня просто убивает. Здоровый, толку мало. Куда ты идешь, а прям... Ты еще прям в притирку-то подойди. Так, ну здесь быстренько. Мы с тобой, по-моему, да. Быстро мы их наказали. 50 монет на кону. Нам с тобой накопим-то здесь. Звездочки. Еще, видимо, нужно один поединок сделать. И тогда у нас будет отсюда. Shadow. Моррисон. Огнеметчика я возьму в первую очередь. Пускай их там жарит. Это что? Это что такое? Это что за машина, ребят? Откуда ты взял такую тачку? Я не могу понять. Да, друзья мои, что-то тут. Ты посмотри, что... Воу, так у него тут со скинами, со всей фигней. Паренек, наверное, неплохо вдонатился, да, в игру. Судя по тому, что у него за машины, техника и тому подобное. Этот скин платный. Ну, ты видишь, это еще ни о чем не говорит, да? Если ты вложился, что ты можешь тут делать все, что хочешь. Нет. Ты можешь только получать звездюлей от Рэя Моррисона. Вот что я тебе могу сказать. Так, ну что, открываем сундук. Сундук хороший. А я тебе о чем говорил? Вижу, хороший. Так, и прокачка. Так, здесь не хватает. Давай его прокачаем. 250. Вот так вот. Все деньги, естественно, уходят на прокачку. Ну что, последний поединочек, наверное, и будем закругляться. На сегодня, так сказать. Вперед. Он взял огнемет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, против огнемета, ребят, конечно, фигня, блин, получается. Потому что он сейчас будет жарить нас тут. А у меня огнемета нету. Мне не выдали. Ё-моё, все, пошло, 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 ребята, давка. Пошла давочка. Ну, как ты заколебался своим огнеметом этим, а? Отлично. У нас, правда, здоровья маловато, ребят. На базе, я имею в виду, именно. Так что если он сейчас возьмет какого-нибудь конфетника или еще что-нибудь в этом роде, будет больно. Ну вот, он взял этого конфетника, сейчас начнет. Проигрывать-то никто не хочет, понятное дело. Ну давайте, родные мои, ну. Куда ты там строчишь? Никакого выхлопа нету, ребят. До последнего тут боремся. Ну и что он делает? Он выбирает этого конфетника. Конфетником сейчас он меня здесь забомбит. Потому что по базе, получается, урон идет. Почему-то... Как ты заколебался своим огнеметчиком, а? Все, ребят, сейчас, по-моему, базу накроет мне. Внезапная смерть. Ну, сейчас начнется, все. Именно почему-то по мне, да? Попало. Внезапная смерть. Это у кого, видимо, меньше всего здоровья было. Тот и погибает первым. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!